«Уходи, богатыря, мне к исходу сентября». Добрый вечер. Здрасте, ребята. Ой, хорошая картина. Ага. Называется «Богатыри». Ой, Коксик, вот бы и нам такими стать, а? Ага, и еноч с нами для компании. Да. Вот если бы мы такими богатырями стали, мы бы были самыми сильными в нашем Шишкином лесу. Ага, а что для этого нужно? А, для этого? Да, надо подумать. А? Так, придумал. Для этого нужно меня слушать. Так, сначала я сделаю богатыря из тебя. Ой, спасибо, Коксик, ты настоящий друг. Да, а потом еще не так благодарить будешь. Так, сначала надо... Надо тебя связать. А зачем меня связывать? Ну, объясню. Ты будешь копить силу. Да? А зачем же связывать? Ну, если тебя не связать, ты будешь шевелиться, бегать, прыгать. То есть силу терять. А если ты не будешь шевелиться, сила у тебя будет накапливаться. Ну, понял? Не очень. Ну, все ж просто. Вот. Видишь, варенье. Ой, вижу, вижу. Вот, если его постоянно есть, оно что? Закончится. А если не есть, и при этом в банку еще подливать понемножку, ну, соображаешь? Ага, оно через край потечет. Да это потом. А сначала его будет все больше, 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 больше. Оно накопится до самых краев, его станет... Много. Понял? Кажется, понял. Так, сейчас я тебя свяжу и буду кормить. Вареньем? Да нет, кашей. Каша, она силу дает. Ну, Юля так говорит, а она знает. Ну, готов? Готов. Готово. Ой, а долго так лежать и не шевелиться, а? Ну, как почувствуешь в себе, во, силушку богатырскую, значит, готов. А у нас где-то целая кастрюля каши есть. Эй, каши что-то не хочется. А разговаривать, кстати, тоже нельзя. Так, рот открой. Так. И раз, и еще, и еще ложечку, и еще ложечку, и еще, и еще, и еще, ну что, молодец. Не хочу я каши. Так, я сейчас за новую порцию сбегаю, а ты лежи, молчи, не шевелись. Не надо. Нет. Добрый вечер, ребята. Ой. Зубок, а что с тобой? Чуть ты весь связанный в каше. Ой, иду, иду, не волнуйся, несу, несу. Ой, Юля, привет. Добрый вечер. А что здесь происходит, Коксик? Все здоровы? Да, да, и некоторые еще здоровее скоро будут. Вон, посмотри. Вижу, только пока не совсем понимаю. Коксик, давай-ка развяжемся. Не надо. Я из нашего зубка чудо-богатыря выращиваю. А как ты его выращиваешь? Да тут все просто. Рецепт такой: лежать неподвижно, чтобы силу зря не тратить. И вот каши побольше есть. И ты уверен, что это поможет зубку стать богатырем? Да, да, молчи, молчи. Сейчас еще каши дам. Ты не волнуйся, я им только первую тарелку каши скормил. А ведь много надо. Мне кажется, Коксик, что ты ошибаешься. Юль! Да он уже практически богатырь. Ошибаешься, Коксик. Без тренировки богатыря вырастить невозможно. А если не двигаться, то можно вообще исчезнуть. А с чего это зубку исчезать? Понимаешь, Коксик, так устроено, что у нас остается только то, чем мы пользуемся. Вот не будет зубок ходить, так и ноги ему не нужны будут. И со временем они станут маленькими-маленькими. А если он будет все время есть,
то зубы его окрепнут, станут сильными и огромными. Ой, выходит, от меня только зубы и останутся? Нет, я так не договаривался. А сила, сила-то откуда возьмется? А как силу копить? Силу, Коксик, не копить надо, а тренировать. Зарядку утром делать, чтобы мышцы стали сильными и крепкими. Ну, кашу, конечно, тоже нужно есть, но в меру не переедать. А то лишний вес накопишь, а не силу. И надо двигаться. Вот так вот, друзья мои. Вот тогда я пойду по лесу побегаю. Может, так богатырем стану, а? Нет, 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 Зубок. Завтра по лесу побегаем, а сегодня пора прощаться с ребятами. Ладно, попробуем завтра. С помощью зарядки силы поднакопить. До завтра. До свидания, ребята. Доброй вам ночи, друзья, и ангелы-хранители. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Каждый вечер в этих чудесных краях скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи.